Ну что, свеженький обзорчик. Цветы, как всегда, красота, все пышет, все цветет. Тыквы подрастают. Вон какие. Там еще одна. Все уже подрастает морковь, картофель. Начал вянуть. Дождей нет, кстати, хотела надеть купальник. Может, сегодня будет смотреть, какие тучи, пока не надеваю. Флокс красиво цветут, розовые, ярко-розовые. Смотрите, еще какие белые. Тут лук, перцы в теплице. Начали уже, кстати, тоже краснеть. Это, наверное, бивень здесь как-то оказался. Видимо, я когда высаживала, перепутала с бивнем там, потому что индала растет. Баклажаны. Вон они. Кабачки здесь. Еще один есть куст кабачков. Кстати, в этом году не так много у нас кабачков. Свекла. Цветник какой красивый. Теплица с помидорами. Сегодня чеснок, наверное, уберем наверх. Смотрите, сколько помидор накраснелось. А арбузики висят. Теплица с перцами. Тоже шикарные перцы. Что-то там с ними стало. И огурцов. Огурцов что-то опять уже валом наросло. Уже начал желтеть картофель. Тут, наверное, ранее посажен у нас смородина, крыжовник зеленый мы собрали. Капуста. Здесь мама, видимо, прикрыла. Вот она цветная здесь капуста. И брокколи. Забыла, какой сорт. Якобы он не уходит в цвет. Ну, смотришь, ну, как бы как не уходит. Положится, уходит. Сидираты, которые в прошлые выходные сеяли, кое-где взошли. Но как-то неровным слоем. Видимо, схожесть плохая или так посеяна. И замечательная морковь. Уже, кстати, смотрите, какая редисочка. Хотела вам показать лук. Вот этот вот лук. Мы его вообще, короче, не дергаем. Безобразный лук. Это мы покупали специально лук. Он называется как на зелень. Фигня. Так, и судя по всему, уже, наверное, кукуруза готова. Видите, она уже и отогнулась. Сейчас я проверю. А нет. Нет, 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 еще пусть постоит. Здесь тоже у нас кабачок. Огромный хрен. Горошек. Надо, кстати, горох опять пособирать. На улице все посмотрели. В дом заходим. А тут пироги нажарены. Мама нажарила пирогов. Не знаю с чем. Будем пробовать. Сейчас, наверное, тогда и чаю попьем.